Прям 5 стоп, повышаем Resident Evil первую часть. HD ремастер. Заджил 5 играем. Так, почему мы здесь остановились? Потому что, ну, очевидно же, тут оказывается еще касцена есть. Вот, черт. Нет, ты не догонишь, не догонишь. Одна касцена есть с лифтом. Когда поднимется лифт, сейчас я покажу сейчас. И один. Все. Сейчас еще траву заберу, сейчас и поедем. Все равно я сейчас рядом тут. Джилл! Бэйри? Слава богу, ты в порядке? Взаимно, Джилл. Я спустился сюда, услышав шум. Но я не ожидал оказаться в подобном месте. Как думаешь, что здесь внизу может быть? Есть только один способ выяснить. Спускаемся. Что это еще за звук, черт возьми? Неужели человек? Джилл, сходи, проверь. Хватит с нас сюрпризов на сегодня. Я на всякий случай останусь и обеспечу путь для отступления. Хорошо. А ты? Я останусь и обеспечу путь для отступления. Ладно. Окей. Охранять лифт, молодец. Так, что мне нужно? Ну, очевидно, мне сейчас что-то нужно сейчас. Это сейчас мне положить траву. И дальше перенести эту коробку сейчас. Так, ну все, я сделал все, да. Бэри! Опа, ну. Не понял, что у нас тут. А что он тут нас бросил? Куда он поехал? И что делать? А, да, наверное, все нормально, просто удивился, что Барри нас типа предал, что ли, не понял. Ой. Короче, остановимся там, где был босс-файт. Ну, вот это я уже сохранился, кстати. Вот сейчас будет босс-файт с этой Чупакаброй или Лизой. И будет, наверное, новая сцена. Там же, когда я играл за Криса, был Вескер. А вот сейчас же будет Барри, наверное. Сейчас будем разговор вести. А ну, Барри, иди сюда. Чего ушел без меня? Признавайся. Джилл, ты жива? Я волновался. Я думал, что ты... Говори. Успокойся, я ничего такого не хотел. Не лги мне! Не объяснять. Джилл, отдай револьвер. Ладно, бери. Спасибо, Джилл. Но это ненадолго. О! Достижение получил, кстати. Если бы не отдал, наверное, я бы... Ну, если бы не отдал, то тогда бы... Я бы остался вон оружие и все. Тихо. Я всего лишь отвлек. Быстрее, пока его не ударили. Джилл, давай быстрей. А жалко мне ее, вот эту вот. Лизу.
Жалко. Опять. Ну-ка, говори сейчас. Не верится, что эта тварь наконец мертва. Я разберусь с этим, иди вперед. Хорошо. Помирились. Если бы я слышал... Ну, я смотрел, как проходить там, достижения получать. Так, сейчас еще, еще эти медальки возьму, там, золотую и серебряную. Я смотрел просто достижения, просто, ну, чтобы... Чтобы мне не напрягаться в следующий раз. Ну, наверное, ну, чтобы к чему подготовиться, к достижению получить. В общем, если бы я сказал бы нет, Барри, то вроде бы как Лиза бы, ну, то есть тот Чупакабра, убила бы Барри. И у меня бы был бы его на пистолет. А так как я его спас от нее. Так что он будет жить. Потому что он в других частях уже будет появляться, так что... Если бы не дал бы пушку, то это был бы не канон, наверное. Ой, да ёб, птить. Быстрее, я хочу пойти это быстренько. Ваша маленькая тут осталась до финала. Да, в оригинале такого не было. Правда, правда. Ну что, мне не верите? Я вам когда-нибудь срал. Ну, идемте дальше. Что за карусель обозрения? Это что за новая локация тут у нас? О, ого. Водопад. Опа, кстати, я вспомнил тут водопад. Точно, я вспомнил. В оригинале же был такой. Такой водопад, я помню, такое было. Только забыл, что там будет. Давайте вставим все. Ничего себе. Там же так и было, да? Я просто не помню. Да, тут лестница, есть лестница. А, проход там закрыт? Да, закрыт. Да тут везде закрыто. Давайте в лифт попробуем как-нибудь. А, понятно. Не, я помню, как тут была другая дверь, которая... Что за мэджик у меня тут? Это лаборатория. Тут финал будет. Так что да, мы уже почти уже до финала дошли. Ова. Что за музяка идет такая жуткая? Дайте-ка сохранюсь. Так, ну все, нормально, теперь идем. Погнали. Кстати, в этой лаборатории вроде будут новые зомби, которые были еще в нулевой части. Такие белые такие. Ой, здрасте. Ну это не эти, это какие-то ученые доктора. А, ага, это он и есть. Отлично. О, еще один. Здрасте. Черт. Как же мне голову прострелить-то? Ага, мертв. Опа, что тут у нас? Еще один мозг-диск. Неплохо. Нужно еще одну найти, и все хорошо будет. Давайте сейчас это положим сейчас. И травушки-муравушки положу. Так, ну все.
Зомбарь тут ушел, а тут не ушел, он еще лежит. Отдыхает. Давайте спустимся вниз. Быстренько, быстренько, быстренько говорю. Дверька. Что за дверькой? Такую музыку не помню, кстати. Ох, ё, чё с камерой-то? Ну вот это неплохо, да. Чё в коробке-то? Угу, какие? Ха, я так смешал их две тут. Ну ладно, ничего страшного. Тоже полезно. Для здоровья. Ого, лаборатория. Ничего себе. X-Ray. Да мне пофиг. Что тут написано? X-Ray какой-то. Компьютер. Что? Джон Ада. Кстати, во-первых, это пароль. А во-вторых, Ада. Это персонаж, который появится во второй части. Прикиньте. Не-не-не, подожди. А Джон, я буду вот играть ремейк второй части. Что такое? Я буду играть ремейк второй части. Я хочу слабо лезть. О. Буду играть второй ремейк второй части. Но, наверное, во второй ремейке там не будут сказывать, типа Джон это парень Ады. Вот. Чё я натворил? И во ремейке, наверное, там об этом не скажут, что Ада, у нее есть парень Джон. Об этом, наверное, никто не скажет, короче. И чё? Чё вообще делает тут? Ну, я не знаю. Мы пошли отсюда. Ну и громко же. Ух ты. Рычаги какие-то, потом нажму лучше. Блин, закрыто, ну ладно. Пойдемте тогда дальше. Ой! Откуда мне знать, что я убил или нет? Единственный вариант. Готово. Кто там еще? Иди похожись. Здрасте. Давай. На. Я так уже патронов не хватит. Ой. Перепутал случайно. Ну блин. Что это такое? Ого, ёпти, мептель. Хоть бы карту дали. Не могу найти карту нигде. Пошлите дальше. Лучше отрубить им головы, чтобы больше не вставали в следующие разы. Давайте сюда зайдем хоть. Ёпти-мептель, что за лаборатория? Да, видел там патроны для магнума, но не хочу. Что за лаборатория, ёпта? Компьютер! Точно. Вот здесь надо тут вводи пароли Джон и Ада. И так попробуем Джон. Как правильно Джон пишется? Джон. Точно. Логин Джон. Пароль Ада. Готово.
Не то. Ладно, заново тогда. Ошибся. Может быть, так надо. А, тут, кстати, я знаю английский. Не подсказывайте мне. Не. Вот она. Да что такое? Какой пароль тогда? Какой же я тупой, какой же я тупой. Забыл, как правильно имя Джон писать. Теперь вот так надо, вот правильно вот так вот надо писать. Я перепутал свой сорянчик. О, все. Какой пароль? Опс. Тогда не знаю, какой пароль. Так, а если... Прибольно получится. О, получилось! Чё за бред? Вот, кстати, у меня карта открылась теперь. Откроем также и эту. Готово. Готово. Ничего себе изменили компьютер. Странно. Ну ладно. Ну пошлите тогда туда. Где мы открыли двери? Кстати, я же не эту локацию еще не все полностью проверил. Сейчас обратно зайдем. Смотрите-ка, что я еще нашел тут. Да, еще патрон для магмана еще взял. Ну, пошлите, давайте это все вот это вот убираем тогда. Ну все, теперь вот выкинул, теперь вот так увидите мой инвентарь. Заходим сюда. Устал уже. Вот, пойдет, все нормально. Так, какая дверь открылась? Походу это. Да, это. Лол. Опа, неплохо. Ничего себе нашли. Че? Пищелента. Еще одна, ничего себе. Здрасте. А в очках. Ну ладно, в очках я не буду вас бить. Ладно. Че это за диск такой? Эй, иди сюда. Он идет, да. Жалко, нету ножа, я бы мог его. Хотя есть потихоньку. В голову прострелить его. Ну, я пытался. Коробочка какая-то. Ага, я понял вас. Да потом. Да ну я устал. Он мертв? Да, мертв. А, вот уже мне уже закачивать надо уже. Что я хотел? А, в диски встать, модиски. Ну потом. Ладно, все, заканчиваем. Так, где был выход? Там вот-вот. Вот сюжет, наверное, дальше вот этого креста, наверное, не будет, так что я смело могу вот здесь вот быть. Типа. Все, если понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Хорошо, он был шепов, всем пока. Ша, зайдем в дверь, где мы будем, продолжим. Где мы продолжим? Щищ. Вот. Все. Всем пока. А, в принципе, так сохранимся. Ладно. Все, всем пока.